Мы пришли на Староместскую площадь, на Старогородскую площадь. Самый центр Праги, красота. И как всегда тоже туристов. Без туристов тут можно выловить площадь только, наверное, самым ранним утром. Конечно, красота вообще. Архитектура запредельная. Такие домики, которые не сразу туры, бесплатные туры. Кстати, очень часто в Праге, если вы приезжаете в Прагу, я не уверена, что на русском языке есть, но скорее всего, потому что и на английском, и на испанском, видела на итальянском, бесплатные туры. Это практикуется и гиды, чтобы давать эти бесплатные экскурсии для того, чтобы получить потом лицензию гида и уже работать полноценно. Поэтому в Праге вы можете получить бесплатную экскурсию. Вот здесь вот проходят свадьбы, венчания. Внутри очень красиво, мы были на свадьбе здесь, очень-очень красиво, классно, романтично, потрясающе. И когда новобрачные выходят, то здесь, конечно, их все туристы фотографируют, очень все это эффектно, классно. Сегвеи. На сегвеях мы катались, вообще супер классно вообще. На него, конечно, становиться надо особым образом, потому что становишься, и тебе хочется удерживать его, выравнивать его. Этого делать нельзя. Как только ты начинаешь его подгибать под себя, как бы, то он начинает падать. На него нужно просто встать, и все, и он сам под тебя подстроится. А если ты начнешь подстраиваться под него, то, скорее всего, упадешь. Вот это туристическая полиция. Она отвечает за порядок, и одновременно они говорят на нескольких языках, раздают всякие брошюрки, можно к ним по любому вопросу прийти, и они подскажут, как сориентироваться в городе, как туда подобраться. Если будете в Праге, совсем недалеко от Старогородней площади, находится музей шоколада. И вот такой вот бельгийский магазин сладостей. Тут иногда некоторые часы прямо при вас готовят сладости. Показано, каким образом это все происходит. Вот такие вот конфетки готовят, очень вкусные, угощают. Да, змея кричит. Магазинчик, и запакованные всякие вкусняшки тут, и распакованные на вес. Это парень голову змеи протянул девчонкам, они забежали и убежали. Что-то эта новая фишка пошла с этими змеями, раньше не было этого в Праге. А сейчас на каждом углу эти змеи, не знаю, бедные животные, на такой жаре, каждый их тискает. Дай массаж! Чувак меня посмеялся в камеру. Рекламирует массаж. Вот это на этом. О, наши все. Я даже испугалась немножко, думаю, по телефону сейчас треснет. Это на этой стороне реки, это вот центр исторический Праги. На другой стороне реки, там, где Пражский град, там как бы второй исторический центр. Открытый музей восковых фигур. И там какой-то 2 метра назад был тоже музей восковых фигур.
Что-то эти восковые фигуры так популярны, я смотрю, в мире, а как-то я к ним совершенно ничего не питаю. Я понимаю, что это искусство, я представляю, что такое из воска вообще слепить копию человека, я представляю, какой это труд, но почему-то на меня эффекта это не производит. Просто потрясающие картины баллончиками рисуют. Уже несколько лет Праги, я вижу все время его. Смотрите, какие работы. Ой, ну, конечно. И, кстати, они недорогие, по 20 евро, по-моему. Но очень-очень красиво, конечно, мне очень нравится такое искусство. Талантливый человек. Очень нравится то, что на пражских улицах вот такое вот проявление возможно. Тут всегда много музыкантов, артистов, всяких художников просто. Очень нравится мне. Я смотрела одну передачу, там рассказывали, какие люди вообще вот так вот на улицах подрабатывают. Например, певцы — это часто студенты консерватории, которые вот в выходные дни просто практикуются, чтобы как бы дома не петь, грубо говоря, или не играть там на инструменте. Они просто выходят на улицу и таким образом сразу же смотрят реакции людей и зарабатывают какую-то денежку. Они, кстати, очень неплохо зарабатывают на улице. В Праге туристы довольно щедрые в этом отношении. Да и прожание вообще. Мне очень нравится то, что Прага такая творческая. Всегда придешь в центр, и не надо никакие развлечения, никакие театры. Просто все это есть прямо на улице. Талантливейшие люди. Иногда выступают действительно знаменитые группы. Традиционные чешские игрушки, которые производятся вручную, это вот это головоломки, например. Из дерева вручную они производятся. С 19 века таким образом в Чехии производятся игрушки. Они здесь очень популярны и продаются в сувенирных магазинах. Шахматы вручную сделаны. Вот такие игрушки тоже против, конечно же, против. Ну, вот эти марионетки тоже популярны здесь очень. Всякие штучки смешные. Мне очень нравятся они. Кротик. Чешские традиционные ремесла. Художник до сих пор рисует эту одну картину вообще настолько легко. Так он руками себе помогает. Вообще здорово, конечно. Какие красивые работы. Но запах стоит, вот это химия. Газетки, которые выходят в Праге на разных языках, от разных коммун. От немецкой, французской, а вот от русской, в самом низу. Газеты о Праге, пражской жизни. Вот это Прашна-Брана, Роховые ворота. Я не помню, по-моему, 1500 какого-то года. Красота! Это чешский национальный банк. Театр «Губерния». Здесь очень много русских артистов выступает. Русские балеты сюда приезжают. Русские театры сюда приезжают. «Любовь не картошка, не бросишь в окошко», я сюда ходила. Российский театр. Хороший, красивый театр. Save me. I'm loving angels.
Итак, сходили мы в обувной магазин. Конверсия не подлежат ремонту. Так что нам вернули деньги. И я себе урвала пару обуви, конечно. На огромной распродаже, как всегда. Я себе урвала обувь, которая мне очень нравится. Так что я радая, 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 прирадая. В торговом центре нашла аккумулятор. Парень тут поджигает. Это вот поклонникам сериалов надо хранить вот такие скопища. Я поклонница, конечно, но у меня все это хранится без сил, конечно. Отчаянные домохозяйки, камбэк, это чешский суперхитовый комедийный сериал. Друзья, Доктор Хаус, Секс в большом городе, такие ящики нехилые, извините меня. Это если любишь пару десятков сериалов, то надо просто всю квартиру заложить этими ящиками.